В нашем городском округе к Дню солидарности в борьбе с терроризмом решили подойти творчески. Собрали всех ребят из школ города возле Центрального дворца культуры и дали им волю повеселиться, а именно нарисовать, по их мнению, что означает доброта, мир и справедливость. Мы рисуем землю, которую держат руки. Мы рисуем мир. Значит, землю, где все дружат. Мир в наших руках. Эту я машину лучшую рисую. Она очень классная. Машины мне очень нравятся. Солнечный круг, небо вокруг. Это рисунок мальчишки. По окончании творческой части каждому пришедшему дали в руки белый шар, который немного погодя отпустили в небо, в дань памяти о погибших в Беслане. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.